Телевидение развивается с года в год и не перестает удивлять своими инновациями. Так, сегодня, 21 ноября, отмечается День телевидения по предложению Генеральной Ассамблеи ООН, которая 17 декабря 1996 года на пленарном заседании предложила отмечать этот всемирный день с целью поощрения обмена телевизионными программами, прежде всего посвященным таким проблемам, как мир, безопасность, развитие и расширение культурного обмена. История зарождения нашего телеканала началась еще в 2011 году, когда 17 ноября вышел первый выпуск «Универ News». На канале действуют два отдела. Это «Универ News», который 5 раз в неделю выходит в прямом эфире, и «Универ Production», где создаются различные телевизионные программы, которые выпускают студенты Казанского федерального. По заданию ректора, в принципе, еще в 2011 году была создана телестудия, которая потихоньку начала вырастать в нечто более серьезное. Мы в 2015 году вышли в кабельное телевидение от телекома, а вот сейчас уже вещаем в эфирном цифровом вещании. Я уже не говорю о том, что мы ведем прямые трансляции. «Универ ТВ» с каждым годом развивается, и сегодня наш канал можно увидеть практически во всех кабельных сетях. Телеканал «Универ ТВ» теперь эфирно-цифровой. Что это значит? Это значит, что, подключив телевизор к антенне, направленной на верхний слон, можно принять наш телеканал. Для этого нужно либо современный телевизор, либо приставка, которая работает в формате ДВБТ. Новый формат вещания, инновационные технологии, новейший шоурум для мастер-классов и программ передач, которые будут создаваться силами студентов Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Диана Шилова, Ленардо Летяров, Универ News.